Сегодня в техническом университете особенно людно. В гости пришли школьники из городов и районов края. Случай особенный. Ребята получают свой первый и главный в жизни документ – российский паспорт. Волнение, но очень рада. Хотелось бы запечатлеть этот момент в своей памяти и на фотопленке обязательно. Большая ответственность легла на мои плечи, потому что теперь я официально уже гражданин Российской Федерации. Дарья уже состоит в движении первых недавно созданной организации для детей и молодежи, где каждый может реализовать свои таланты. Дарья, к примеру, вокалистка, обладатель гран-при и лауреат международных конкурсов. Движение первых – это те, кто первые, те, кто ответственные, честные, добросовестные, те, которые готовы всегда помочь, которые верят в дружбу, верят в мечту и сегодня объединяют, продвигают, развивают нашу страну. Холл технического университета сегодня в атрибутах не только движения первых, но и пионерской организации советского времени. Впрочем, идеи и цели у организации во многом схожи. Представители современного даже галстук завязывают, как раньше пионеры. О своих новых традициях участники движения первых рассказали губернатору. К примеру, что активисты движения вместе с паспортом получают в подарок обложку на него с логотипами движения. Можно быть, помимо того, чтобы быть участником движения первых, можно быть еще юнармейцем, конечно, там, конечно. Волонтером. Можно комбинировать так же, как и мы. Нет такого, что я в движении первых, и все остальные ко мне не подходят. Мы сократили, то есть мы бойцы российских студенческих отрядов, но и также являемся активистами движения первых. 17 ребят, и это не только активисты, движения получили сегодня в торжественной обстановке паспорта из рук Виктора Томенко. Рядом со школьниками в этот праздничный день были их друзья и родственники. Это действительно, важный важный и торжественный момент в жизни. Впервые получаешь паспорт гражданина своей страны, и это уже навсегда с тобой идет по жизни. Напомню, что торжественное вручение паспортов – это уже традиция. И такие мероприятия движение первых будет проводить каждый месяц. Всего за сегодня и ближайшие выходные в 10 городах и районах края новые российские паспорта получат 360 школьников, которым уже исполнилось 14 лет. Татьяна Голубева, «День с толком».